завершим выпуск баскетбольными новостями. Основной состав курского «Динамо» в первом туре плей-офф с легкостью разделался с соперницами из Видного, а юниорки под руководством Момира Тасича выиграли для клуба чемпионство Суперлиги 2. Завершила свое выступление в чемпионате России и мужская команда «Русичи». Правда, этот сезон для них сложился неудачно. Соперником «Курян» по четвертьфинальной серии стал екатеринбургский «Уралмаш», победитель регулярного чемпионата в третьем дивизионе. Все три матча наши парни закончили не в свою пользу. Упорнее всего сложилась первая выездная игра, в которой дружина Сергея Ярошенко уступила всего 2 очка. Во второй встрече уральский клуб был увереннее, а в ответном поединке в Курске гости хоть и уступали перед последней четвертью, но смогли вырваться вперед и довести дело до победы. Все-таки мы контролировали щит, и это в большей степени предопределило, ну так скажем, результат. Я думаю, это один из основных компонентов. А то, что хотели выиграть, и та и другая команда играли на характере. Вот если бы команда «Русичи» играла в этом составе в начале сезона, это первое, и думаю, что мы бы с ними сейчас в плей-офф не играли. Я думаю, они были бы в четверке минимум. Очень сильная команда, которая очень прилично играет в любой баскетбол. То есть надо позиционный, надо скоростной, надо против зоны, надо против личной. То есть очень сложно было с соперником играть, но в целом, видите, в сезоне мы очень уверенно им проигрывали, как бы в плей-офф дали бой, но чего-то не хватило. Для «Русичей» сезон окончен, но баскетбольный год продолжается. С 21 по 26 марта в Курске состоятся финальные игры детско-юношеской лиги. А 27 числа «Динамо» на домашнем паркете встретится со «Спартой».